пьем чай. Сейчас Аня будет прыгать с моста. Отойдите ко мне. Аня будет прыгать с моста. А я повторю. Я только летать умею. Я за тобой. Ух ты! Ой, как красиво. Это ж мы с тобой, мы вот с тобой это показывали. Видели. Она пахнет. Ну это не сирень, конечно. Нет, это сирень. Сейчас посмотрим. Я уже давно сверху на Димчане смотрел, что здесь у нас. Всем привет из Алании, 22 апреля. Сегодня Эдвин, еще раз днем рождения тебя. 5 часов 49 минут. С нами Аня и Инна. Эдвин, с днем рождения! Эдвин, привет! Привет, Эдвин! Эдвин, мы скучаем. Да, Эдвин. Да. Сколько ему? 8, он уже большой 8. Мужчина, да. Ну, встретимся, наверное. Встретимся обязательно. Знаете, в октябре. Итак, сейчас Аня будет показывать нам прыжок с моста. Лёсочка, после тебя. А ты готова вместе со мной? Серьезно? Ой, колесо. Ой, а что-то он какой-то был, он чище в прошлом году. Вот там глубже, пошли туда. Пошли туда. Была вода прозрачнее. Хотя там он вроде чисто. Здесь. А, водоросли заросли немножко. Да, тут глубоко довольно. Ну что, Аня, колеса. Давай. Пошли. Залазь. Так вместе, поднимай ножку. Давай я здесь подожду. Ну, мужчина тоже должен наступать за дорогу всегда же. Ой, там лавочка-то остановится. Да, прикольно, там лавочка стоит, девчонки вон сидят. Вообще странно как-то, они местных у моря почти нет. Я как-то... Прошли мы вот весь оба от Осмор, прошли и людей. Плавать умеешь? Умею. Я не умею прыгать. Ой, красота здесь. Красота. Лабранда Алантур. Но работает или нет, друзья, не знаю. Кипарис, да? Не, меня всегда о Кавказе напоминает. Я в детстве на Кавказе, я их обожал. Я приезжал, и это было как сказка для меня, эти круглые кипарис, шиточки. Высокая шишечки. Такая, длинная, и вверх у нее веточки. Это... Не кипарис? Пихта? Ну вот я путаюсь. Это пихта. Ну короче, вот кто отдыхал, морское... Поселок на Черном море, вы знаете, как их много там. В Алании их немного, кстати. Тут вот место такое, здесь много. Ну что, тестируем переход на чистоту. Пока не пахнет. Все, Анна первый раз в жизни идет на Димчай. Сейчас Анна будет на картинге кататься. О. А я люблю. Кстати. Серьезно? Да. О. Вот вам, пожалуйста, 150 метров. Направо. Да. Вот, мы не ожидали, что мы сегодня сюда попадем. Видите, довольно много местных здесь. Гуляю. Тут здесь всегда прохладнее, тут всегда приходишь и прям холодок. Я советую даже здесь, если вечером одеваться, что-то теплое брать с собой, потому что здесь всегда холоднее. Сейчас солнца не будет, и здесь сразу холодно станет, кстати. Всем привет, с кем мы были здесь. Я не помню, с кем я тут был, но со многими был. Щеточки он. Кому щеточки? Кому щеточки? Красота. Ёршики, бесплатно, колестон. Бесплатно. О, пчелки летают, смотрите, я глажу, а тут пчелки летают. Пчелки, значит, опыляют, да? Это. Точно ёршики. А вон раньше можно бутылки, даже поднять. Бутылки чистили. Бутылки раньше так не чистили. Много людей, кстати, я не ожидал. Тут людей больше, чем на пляже. Смотрите, сколько пчел летает здесь. На апельсинках и то меньше пчел обычно. Прикольно. Людей реально больше, чем на пляже. Смотрите народу сколько тут. Не ожидал. Обычно выходной день много людей. Сейчас я покажу тебе дворик, который мне нравится. Сейчас я тебе покажу дворик красивый. Где у него вход следующий? Иду в метро, выхожу, в другую сторону иду. Мне надо мозги включить, здесь сразу выйду. Смотрите народ. Я никогда не видел так много местных здесь. Смотрите. Или я не знаю, откуда они все здесь. А, день детей же, да. Завтра день детей в Турции. Звоним? Звоним. Я когда... Песик с песиком продается.
Тут одни местные, сейчас тут нет, нет иностранцев. Продается. Продается, да? Шелковицу сейчас можно будет поесть. В экологически чисто. Кералык по-турецки, а по-английски. Они наоборот. По-английски я не помню. Сателлик. И, а второе слово как? Сателлик продажа. А кералык аренда. Можно подойти к речке. Аренда как? А по-английски я не помню, как аренда. Аренда. Нет. По-английски рент. Ой, ничего себе зарядил. Шелковица. Водички много. А где? Тут же куча уток, гусей была. Где? Кстати, его почистили. Помните, он же был тут вообще все было? Да. Его почистили. Сейчас еще посмотрим. Уток куча была. Шелковицу, смотрите, вон едят студенты. Пойдем посмотрим шелковицу. Там он краник даже есть, помыть можно. А что люди ели тут, если она так много, такой классный урожай шелковицы в этом году. И мушмолы вообще обалдеть просто. Вот Анечка, маленькая тебе, вон смотри. Махонькая. Рома, спасибо. Пожалуйста. А сладенькая? Да, ни одной черной, тут все уже. Все уже. Да? Сладенькая. Да, она красная. На дерево залезешь? С моста прыгать не хотела, а на дерево полезешь? Да, нет, ты беленькая. Надо на солнышко. Здесь у меня жизнь оборвалась. Кто это? Ну, это роза такая, не знаю, как она. Нет, это гибискус не роза. Гибискус примерно так же выглядит, да? Или да. Это он и есть? Это, наверное, он и есть. То, что мы пьем, да? То есть нет. Мы цветки эти пьем, получается? Я не знаю. Ну, каркаде. Не знаю. И на каркаде как я выглядит? Я думаю, что не знаю, цветок, похож, но я не знаю, он или нет. Гибискус, каркаде. Я не знаю. Его в Турции пьют или его только в Египте пьют? Он очень пьют. Я люблю каркаде, кстати. Есть турецкий. Смотри. Ну, это китайская роза. Да, а, да? Вот, правильно. Ну, примерно похож, да, так образно, так слегка? Не буду ничего говорить, а то он опять тоже красненький. Что-нибудь сумничаю не то. Да, я же там похоже, да. Похоже, да. Туалет с генератором, от которого я в 2019 году сюда пришел, так удивлялся. В Алании нет света, а в туалете свет будет. Это даже туалет? Если все, да, с генератором, видишь? Здесь для мальчиков. Для девочек или кто? Ну, пойдем сейчас проверим. Сначала в один, потом во второй. Ну, это да. Мой любимый дворик. Как он мне нравится. Бассейн только что-то не запустили. А деревья такие аккуратненькие подстрижены, красивые. Шикарно. Бассейн не люди, конечно, тут счастливые живут. Единственное, что я мне завидую, когда все печки топятся. Тут, конечно, дышать нечем возле отеля Саритаж. Даже не то, что здесь. Открылись кафешки вот такие витаминные. Не было здесь. Дети, смотрите, сортиры повсюду. Ой, какая красота. Я давно, смотри, когда здесь был последний раз, кто знает, напиши. Анна смотрит все мои видео. Сейчас мы у Анны спросим, когда здесь был последний раз. Нет, ну я знала, что мы сюда пойдем. Знала? Я не знал. Я знала, что мы сюда пойдем. А, я думал сегодня. Потому что надо было пройти, а как же не побывать? Я давно здесь не был. Давно. С осени как минимум, а то и даже с прошлой весны, может даже. Тут немножко больше стало зелени, вот эти деревья стали больше, вот как-то больше тени стало. Да, не знаю, он закрытый почему-то. Или тут с этой стороны дверь может закрыта. Отель Green, я уже забыл, как он зеленый, Life, наверное. Даже два корпуса. Green Life. С удовольствием погоняла. А что ж ты с моста не прыгнул? Мост — это фигня, Рома. Парашют давай, я с парашютом. О-о-о. Я тоже хочу на это. С парашютом? Парашютом. Да. Я теперь все, я теперь на фуникулёре не ездил. Теперь все, ты что? Да, Иришечка. Да. Давай съездим, я была, я раньше. Я слышал, мало, да. Я каждый раз в обязательном порядке на гору поднимала. Давай, я очень хочу. А когда вернется, он не знаешь? Сравнить. Аня хочет сравнить. Не подделку ли продают на рынке? Ну вот эту нормально. Ну-ка, давай. Куси, куси. Нет, может, и не подделку, я к тому, что... Стоишь и что? Вкусно? Кис, сладкая, да? Сладкая. О, как повезло, видишь, сочная. Сладкая? Угу. Ух ты. Другой вкус. Угу. Вот та пресная. Да, она разная. Ее реально покупайте в разных местах.
да, я всегда советую, берите по полкило в трех местах, и будет, да. Сладкое, да, или не сладкое. Бывает вот вообще не сочное, но очень мясистое и сладкое, оно вообще без сока. Вот это вкусное. Есть еще мальтийское, оно на овощных магазинах продается. Она сухая, но она очень мясистая, правда, и сладкая. Котик, ты за мной бежишь, что ли? Иди сюда, красавчик. Друзья, еще раз большая просьба. Перед тем, как задать вопрос, где что находится, как куда попасть, прочтите описание под видео. Там много всего есть интересного. Просто я ж не могу каждый день объяснять, как пройти туда, как пройти туда. Тем более, как можно что-то объяснить, если, допустим, человек никогда не был в Алании. То есть вот я вам скажу, что надо от памятника Ататюрка там туда-то, туда. Вы не знаете, где этот памятник Ататюрка. Ну, очень сложно что-то объяснять. Если бы я все объяснял, я бы сидел бы круглосуточно, только отвечал бы на комменты. Вот тут был фонтан, если я ничего не путаю. А его засыпали землей. Да, тут фонтан был. Надо видео найти. Точно фонтан, я помню. А его засыпали землей и посадили это. Короче, я тут давно, я тут год не был, как минимум. И там какой, наверное, подъем туда? Картинг не работает. Почему? Горы я гулял. У меня вышла прогулка, где я от отеля Мишель ходил. Там вот у меня часовая прогулка без паузы монтажа даже. Если я ее смогу найти, не забуду, ссылочку повешу. Очень долго я там гулял. А где шутки все делись, а? Тут же столько этих уток было и... А вон они. Вон они. О, там и... А, тут, видите, тут уже мелко. Тут вообще перейти можно. Даже не по колено. Вообще странно. Демчай разный какой, видите? Они вон пешком ходят. Пешком. Это гусь машет крыльями, по-моему. И курица. Или черные. Не гусь, или это утки. А черная курица? А черная, черные курицы. Курица? Нет, это не гуси, это утки, да? Гусей тут нету, по-моему. Ну, какие-то индоутки. Кар-кар. Здоровый. Ой, я сегодня видел вот это вот. Дерево просто огромнейшее. И вот все полностью вот такое. Это так красиво вообще. У меня в отеле тоже красивая вода. Пахнет? Не пахнет. Люди, лавровый лист. Она нежная. Она... Ой! Чего ты? Горькая. Лавровый лист. Ну, надо искать старые. Они вот эти не будут пахнуть. Не пахнут. В супе. Не, а, в супе. Может, они начинают, когда просушишь, тогда вот, запах. Вот, твёрденький. Вот такой вот. Ага. Подсушить, поджарить. Лавровый лист. А я же сразу как-то вот почувствовал, видите? Да. Чутьё у меня. Вот, Рома, экологически чисто. Нарвать тебе веточку. Вот, да я больше от насекомых. Борщ, что я уже купил, я от насекомых разложить его. Ну и он вообще полезный. Под подушку, в подушку его можно ложить. А я бы такого зеленого насушила. Не, я такого нарвала. И что? Ирка вот такого рвала, а я вот такого. А он весь, он даже, он не вызревший. А-а-а. Он завял. Даже не сушится, а пропадает, да. Получается. Ну, закручивается весь. Это она мне для тебя дала. Я понял. Я почти все выкинула. Говорят, что вот туя это и не пихта, и не кипарис. Да, это туя. Боже, как много. Ну тоже круглые шишечки будут. Это точно туя. Другие цветочки. Но круглые шишечки будут, да? Будут. Будут. Ну не такие, как не такие. Как значит, кипарис. Нет, это туя. Это туя, это точно. У меня вот такое запутал. Запутал. У меня вот такое в горшке дома растет. Смотрите, тут как мелко. Пойдемте гулять по Демчаю. Смотрите. Ой, мячик. Пойдемте гулять по Демчаю. Так откуда там так много воды за мостом, если здесь почти воды нету, я не пойму. Откуда там столько течет воды? Ну, она там сужается, Ром. Странно. Здесь шире, а там уже. Интересно. Не, вот тут так и гусь, похоже, плывет. По-моему. Здесь как болото уже, а не Демчаю. Угу. Оно не сосна. Какая-то породистая. Интересно. Да. Видишь, какие иголки. Это у нее как шиша как бы растет, смотрите. Это шишка, да? Нежно. Или это не шишка? Нет, это не шишка. Вообще интересно. Цветочки, она тоже цветет. Прикольно. Иголки хвоей пахнут. Так, веду их на заброшку, но я, правда, не обутый, но сейчас аккуратно посмотрим. Может, и не пойдем, конечно. Сейчас посмотрим. Такое красивое. А, нет, ты же все мои видео должна была смотреть. Я не помню, сейчас если увижу. Там такой, на входе такой этот, как в римском стиле или в каком-то такой прям... Ой, кошечка, тебе надо поездить. Рома, я же тебя отписывалась. Говорили мы о любви с тобой, отшумел тот клен.
Не клен? Но аналог клен. Мне именно Дроздов нравится. Я так его любил, «Царство ему небесное». «Синяя птица», там два солиста. Вот Дроздов, который умер. А не помнишь, Дроздов был или не Дроздов? Конечно, нет, он умер. А, уже когда он умер, ты ходила, да? Я вот ходила сейчас. Ну, то есть лысый там был солист такой, да, по-моему? Нет, он в шапочке. Дроздов, просто у него голос, тембр уникальный. Он вообще рокер старый, такой дядька классный. Так, девчонки, за мной, вперед. Я в тапочках, как раз самое место. Кто? О, ё-моё, что тут происходит? А, тут хорошо дорогу разровняли. Раньше я тут по траве лазил. На прицеп или на прицел? Вход в заброшку замуровали. Блин. Друзья, видео на заброшку. Видео на заброшку я вам потом ставлю. Я вот тут вот проходил. Вот тут я заходил, получается. Ну, сейчас мы с той стороны. Видите вход какой? Вы обратите... Обратите внимание, какой вход. Вы видите? Там целый дворец он на входе. Вы видите, как красиво? Вообще огонь просто. Вот эти дома мне нравятся. Они вдалеке от людей, от туристов. Вообще бомба. Тут живут скандинавы в основном. Дания, Норвегия, вот такие страны здесь. Кошек они очень любят. Вот там целые кошачьи эти площадки такие. Тут мы знакомились. Я забыл уже. Саша, да, по-моему? Саша, привет, если смотришь. Прикиньте, да? Да. Вообще, тут прям памятник архитектуры, и это все. Вообще, Египет, да. Так, а там внутри, там тоже так шикарно. Вот туда я прям заходил, ходил, там везде. Там сейчас закрыли. У меня, наверное, у кого же еще. Так, теперь мне тем более ноги надо мыть. Осторожней. Тут это глина, пыль. Ну вот, на входе сейчас зайдем. Может быть, они будут что-то делать наконец, потому что ну, что-то тут сейчас происходит, видите? Возможно, кто-то... Наверное, кто-то выкупил, они что-то будут делать реально, потому что тут какие-то вот материалы привезли. Кстати, да, очень интересно. Вот это ж материалы завезли какие-то. Кто-то будет что-то делать здесь. Но я боюсь, что то здание придется снести уже, оно сколько стояло, оно уже там не крепкое будет. Ну вот это... Ты думаешь? Тогда тем более странно. Я не помню материала, так что... Материалы я не помню, не было. Когда я здесь был, не было материалов точно. Может, кто-то купил, а потом посмотрел, в каком на состоянии плюнул, не стал делать. Да, вот такая вот заброшка. Все, вылазьте оттуда, девчонки. Вот вид здесь величественный такой на входе. Смотрите. Аудиториум оно называется. Кстати, можно ввести на YouTube, в том же вы введете аудиториум и посмотрите, какое оно было там внутри. Ну, ссылочку я оставлю, как и не. Это материалы не стоят здесь много лет. Реально, это кто-то что-то здесь будет делать. Аудиториум. Чтобы выйти на ту сторону Димчая, надо пройти вот там вот кафешка. Пикник какой-то и пройти через эту кафешку. Ну неудобно, я там как-то ходил, конечно, но не пойдем мы сейчас туда, через кафешку, через мостики. Там у них есть проходик. Видите, сколько вот котиков, блин. Раз, два, три, четыре, пять. Вышли коти погулять. Тут ухаживают за ними девушки, которые живут в том доме. Они из Дании, по-моему, я как-то знакомился с ними. Тут котиков любят. Красавчик черненький. Боже, какие вы черные все классные. Они все хорошенькие. Че черные? Я черных раньше как-то даже боялся немножко. А в этом... Смотри, да, тот прикольный. Лина, смотри, какой сидит лапочка. Да. Иди сюда, иди такой... сюда. Иди сюда, скромненький такой. Иди сюда. Иди сюда. Там, Ханя, пойди походи по дворику. Вот там, где верхняя вилла, вот с той стороны я был, я там снимал, где верхняя вилла, я оттуда заходил с Кистеля. В магазине познакомьтесь с каком-то. Кепеквар. Виллари. Ой, да, ух, ничего себе, пальмы древние какие, с ума сойти. Котик сидит, смотрите. А ты хозяин. Ой, какой он интересный, да? Ух, ты такой необычный какой-то. Мужчина, да. Мужчина, а мы покушать можем дать.
А розы есть, слушай. Да. Розы, розы есть, значит, кто-то может живет все-таки. Нет, розы, если нормально. Не, ну и котик сидит. Нет, нет, розы могут расти. Да? Да. Котик, а если бы ты пришел, я бы тебе дал покушать. Вот, смотри, блин, какие шишки. Ух ты, какой интересный. Вот, кстати, вот этот лист похож на лист, который на папаевом дереве. Как папаевое дерево называется. Вот чуть-чуть похож на дерево папая. Ну да, это репехи какие-то. Репейник. Знаете слово репехи, да? А? Есть слово репехи в Беларуси? Нет. У вас есть? Репейник есть. Репейник, а мы репехи называем. А вот это вот наша точно. Я в детстве вот эти колоски выдергивал и любил их жевать. Ну, не надо. Вот такого типа. Не надо еще жевать. А ты ела этот не акация, а что оно цветет? Акация или что мы ели в детстве? Цветочки. А помните, беленькие цветочки. Акацию, да, цветы акации мы ели, акация белые. Акация не растет. Нет, я акацию не ела. Да ты шо? Ой, акация мы... такая вкусная, эти цветочки, они мы сладенькие. Мы клевер ели. Белый, розовый. Клевер не ел. С него. Отрывали а, вот это ж я вот тут вот ходил, сверху вот туда. Вот. Нет, туда не пойдем, наверх. Блин, мне ноги надо помыть где-то, там, по-моему, воды дальше нету. Мне где-то ноги надо обязательно помыть. Турецкий чисто настоящий домик, видите, как люди живут. Дровами топят. Такая прогулка интересная у нас получилась. Не только Димча, оливка вот цветет. Оливка вот похожа на авокадо цветение, тоже не поймешь, сколько здесь плодов будет на одном этом. Ну почему, вот с этого, наверное, как-то одна, что-то один, осыпется, один цветок, да, да. Осыпется. Сколько, с чего-то там с одного цветочка завяжется. Подождите, а где Гринотели? Я уже... А, вон они сейчас будут. Сейчас на территорию Гринотеля зайдем, я всегда туда захожу. Чекартинги продаются, друзья, кто хочет вложиться, вот он, готовый бизнес. Тут какой-то был продуктовый магазин, в который я пару раз заходил. Ну, что-то. А101, наверное, голубого цвета. Не, А101 тут, не, А101, по-моему, дальше там где-то. Там тут какой-то маленький был. Что-то в нем было интересное. Вот это, что ли, он? Нет, это не он. Вот Green Life, я должен сюда зайти. Здесь очень, очень прикольная территория. Сейчас посмотрим, смогу ли я здесь ноги помыть или нет. Где у них тут душики? Да, работает Green Life, работает. Где у них краники? Я не вижу краников. Видите, территория черной кожи, типа вишни. Друзья, аккумулятор сел. И вот это, мне кажется, или фундук. Может быть, это фундук? Вдруг на всякий случай прощаюсь, потому что сел аккумулятор уже. Ну, такая прогулка у нас получилась. Боже, как красиво. Ё-моё. Какие тут магазины крутые, смотрите. Он хендмейд, деревянный, вообще интересный. Акташ Оникс называется. Ониксы. Слышишь? А, кого, воду? Толкушку. Молоток для отбивных я хотел. Шелковица тут. Котик, а что ты кушаешь там? Паштетик? Паштетик кушаем. Видишь, здесь много воды. Даже не верится, что там так мило. Ну зачем всем? Смотри, тут дофига воды. Да, там вообще перейти можно по ниже, чем по колено. Вообще странно. Мы, правда, немного время провтыкали. Нам надо еще клубнику мушмалу купить. А время уже почти 7 часов. Там уже сейчас никого почти не будет. Ходим назад, доступ.